По делу о гибели ребенка в поселке Волод задержан директор местного дома культуры. Об этом сообщили сегодня в региональном управлении Следственного комитета. Накануне Волод посетил руководитель регионального управления следкома Николай Коннов. Он лично осмотрел место трагедии, пообщался с родителями погибшего мальчика и жителями поселка. В райцентре до сих пор остро переживают случившееся. Здесь уже ребенок погиб, извините. У нас колодцы были на Красной, открыты, родители провожали, говорит, были открыты. Кто видит у нас? Да никто у нас ничего не видит. Это вот схватили все, так сейчас начали закрывать и все остальное требовать. А так все до фени. Тело 8-летнего мальчика было обнаружено вечером 28 января в канализационной яме, которая расположена на территории местного дома культуры. По версии следствия, причиной трагедии стало небрежное отношение к своим обязанностям его директора. В райцентре нет централизованной канализационной системы, и подобные септики принадлежат учреждениям. Когда «Новости дня» снимали первый материал о ЧП в Волоте, директор местного социально-культурного центра Ольга Кузнецова в интервью признавала, что полностью отвечает за свой объект, но в то же время ссылалась на то, что в штате ДК только творческие сотрудники. Ни завхозов, ни рабочих, ни электриков нет. Как сообщили в Следственном комитете, ей предъявлено обвинение по статье «Халатность». Приступив в мае 2018 года к осуществлению полномочий руководителя, обвиняемой было установлено наличие отверстия в верхней части септика канализации, представляющего опасность для жизни и здоровья человека в связи с возможностью падения туда людей. Чтобы избежать трагедий, достаточно было организовать проведение мероприятий по проведению септика в надлежащее и безопасное состояние, установки необходимого ограждения для закрытия имеющегося отверстия материалом и способом, исключающим свободный проход к указанному месту и падение в полость септика. В результате халатного отношения обвиняемой к исполнению своих должностных обязанностей ребенок погиб. Сейчас директор ДК задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Добавим, что сразу после трагедии в Волоте губернатор области провел внеочередное заседание правительства. Глава региона потребовал в кратчайшие сроки провести проверки и инвентаризацию всех подобных объектов.